меня сегодня такой творческий день, и просто какое-то время назад такая муза пришла, и я прям такой, ух, надо пописать песню, и прям такое ощущение, надо было приехать туда, где тихо, спокойно, и как такое вдохновленно, поэтому вот приехал такой маленький парк для того, чтобы просто покайфовать, побыть в одиночестве, потворить, покреативить. Славик мне сегодня говорит, сегодня не могу тебя принять, будем завтра записывать песню. Поэтому сегодня просто вот такой вечер наслаждения, спокойствия и маленького, но мощного вдохновения.